Привет, ребята, всем доброе утро, ну или да, добрый день уже на самом деле. Это я просто вышел сюда поболтать. Еду сейчас по пробкам на встречу, потом другую встречу, потом съемка. Короче, жизнь бьет ключом. Несмотря на то, что количество работы, конечно, у всех музыкантов сейчас уменьшилось, я не унываю. И какая-то работа над собой и на будущее, естественно, ведется. Работаем сейчас над новым синглом. Занимаюсь на инструментах. В общем, нормально. Уже к Дине направляетесь? Нет, я не направляюсь к Дине. Дина скоро будет направляться ко мне, потому что мы будем делать этот прямой эфир на моей студии у меня дома. Та-дам! Удобно, когда у тебя своя студия, потому что люди к тебе стремятся. Потом, может, и мясо сделаем, кстати. В конце концов. Вот, да, сегодня вечером, если кто не в курсе, у меня будет в гостях Дина Мигдал. Причем мы будем в гостях одновременно друг у друга, потому что она будет у меня в гостях физически, а я буду у нее в гостях в ее прямом эфире. И мы будем болтать про музыку, про вокальные конкурсы, про то, сё, пятое, десятое и все остальное тоже. У меня, кстати, неплохое настроение сегодня. Я... Будете смеяться, выспался. Вчера было очень весело. Вчера я принимал участие в проекте, который называется «Хочу с». Ну, типа «Хочу с кем-то». Смысл в том, что люди, которые принимают участие в проекте, сначала кто-то у тебя берет интервью, а потом ты берешь сам интервью у следующего гостя. Интервью часовые. И у меня брал интервью Алексей Куличков. Я думаю, помните такого. А я брал интервью у рэпера Александра Степанова СТ. И вы знаете, я до этого знал его как просто позитивного, нормального парня, незлобного. Он так для меня раскрылся. Причем мы подготовились, мы с моим товарищем, ну, во-первых, программа, сама редакция программы написала сценарий. Какие-то вопросы они такие общие дали. Мы с моим приятелем Сашей Алехиным, с которым готовим эфиры для ТикТока, и многие вещи такие делаем классные по ведению, и вместе, кстати, ведем мероприятие. Мы так решили усугубить и напридумывали прям классных моментов, в том числе Activities. И Александр себя, который СТ, показал себя невероятным собеседником, глубоким очень человеком, тончайшим, интеллигентом, несмотря на то, что мы в эфире матерились много раз, и это первый раз, когда я буду выражаться в эфире незапиканным матом, но, простите, вот такая была атмосфера. Мы получили огромное удовольствие. Да, и пока я ехал на этот эфир, мне звонит Даша Булавина, крутейший фотограф, наша общая подруга. И говорит, ты что, будешь у СТ брать интервью сегодня? Говорю, ну да, вообще-то. А ты знаешь, куда ты потом поедешь? Я говорю, ты поедешь ко мне, есть мясо. Ну и, естественно, мне ничего больше не оставалось. И я поехал к Даше Булавиной есть мясо, где мы еще раз встретились с СТ. Вот. Я обязательно напишу у себя во всех соцсетях, когда выйдет эта программа, потому что мне самому интересно посмотреть это интервью. Прям круто. И я думаю о том, что надо вообще идти вперед и делать интервью с блогерами. Будет клево. Пить вино есть мясо. Ну, винца тоже немножко выпил. Вот, у меня был прям такое включение. И хорошее настроение не покинет больше вас. А где твой отец? Ну, не в этой машине точно, правда? Кошки у него классные. Да, у Даши офигенные коты. Саванны.
коты с крепчайшими нервами. И вообще классные. Да, и золотистый ретривер Джейми. Нет, для меня плохая. Кто-то пишет. Ну, это ваше дело. Обязательно посмотрю, даже стало интересно от вас мат услышать. Но я, честно говоря, крайне редко ругаюсь матом. На самом деле, так потом за руль. Я выпил буквально два глотка вина, так для вкуса, и это для... Но промилле не влияет. Я не одобряю алкоголь за рулем, безусловно, но есть определенные дозы, которые можно, в принципе, допускать. Что я говорю? Да, речь зашла о том, что я обнаружил, что у СТ, в отличие от большинства, наверное, рэперов, практически нет обсценной лирики в текстах, то есть нет мата. И для меня это было... абсолютно... Я не считаю, что мат украшает речь, но он как бы делает выражение несколько более контрастным. Другой вопрос в том, что если человек ругается матом постоянно, то есть мат — это как будто повысить голос. Если человек постоянно говорит на повышенных тонах, рано или поздно его перестанут слушать. То же самое с матом. Я знаю людей, которые очень вкусно могут вот так вот вставить фразочку такую вот вкусную, тоненькую. Это нормально. А когда через каждое слово, ну, это уже неинтересно. У многих рэперов мата нет. Ну, вот я не знаю, честно говоря, насчет многих. Что у меня тут собрались за морализаторы? Нельзя материться, нельзя пить, нельзя есть. Чего еще нельзя? Идите, учите кого-нибудь себя. Документ не подпишу. Какой документ, господи? Ладно, ну, разные люди у меня сидят. Материться также нельзя. Какие же вы скучные. Господи. Это кто выспался? Это я. Пошути, говорят люди. Это вам нужно в камеди. Роддер, давай с тобой классный трек запишем. А давай. Кать, привет, кстати. Русские классики тоже матерились. Да, да, матерились. А что делать? Вы очаровательны. Спасибо. У меня сегодня еще нормальный цвет лица. Меня тоже очень радует. У меня сын как пошел в садик, стал ругаться, как заправский хулиган. Надеюсь, перерастет. Да, должен перерасти, но вопрос не то, чтобы ругать, а объяснить, что это никого не красит. Интеллигентные люди не должны материться, вы из такой семьи. Давайте, уважаемый Дима, давайте мы с вами раз и навсегда решим, что лично вам я ничего не должен. Поэтому я делаю то, что я считаю нужным и правильным. А вы... Заходите в прямой эфир и подписывайтесь на того, кого вы считаете нужным и правильным. Я же не говорю, кого смотреть. Смотрите кого-то, кто не ругается. Телеканал «Культура» до сих пор работает, я слышал. Дети перерастают. Да, а взрослые не дорастают, я так понимаю. Просто делать из мата запретный плод я считаю неправильным, потому что детей к запретному всегда тянет. А показать, что в этом нет ничего особенного... Это просто, ну, некрасиво, как показывать, не знаю, там, как показать задницу со сцены или что-то еще. Ну, да. Послушайте Моргенштерна, вот там мат, он о нем разговаривает. Ну, вот я не считаю это правильным. Что за тема? Давайте поговорим о погоде. Тема эфира. А тема эфира... Там не было никакой темы в... программе «Хочу с», там просто идет интервью, когда человек рассказывает о себе, как о человеке. Какая марка машины? Lexus RX 300.
погода вообще так себе. Да, погода не очень. Хотя, честно говоря, мне погода нравится. Относительно безветренно, дождя нет. И свет ровный такой очень. Я как человек, который фотографирует машины, я как раз люблю такой свет. Он рассеянный, и все краски прямо ровненько-ровненько ложатся. Самое жуткое, когда снимаешь машину, когда выглядывает прям прямое такое яркое солнце. При этом, почему вы часто меняете машины, что не нравится? Вы знаете, дело не в этом, просто мне их дарят постоянно, я не знаю, куда их девать. И поэтому приходится, чтобы никого не обижать, приходится ездить на разных тачках. Вот, те, которые надоедают, я дарю своим подписчикам. Вчера был снег, пушистый, лохматый. В машинке вообще класс, а когда с детьми гуляешь, это прям, да. Но, на самом деле, если тепло одеться, то нормально. Вот, как раз сказали, просто теплее одеваться и порядок. Согласен. Привет из Питера, когда планируете посетить наш город? Может быть, в начале ноября, но пока точно не знаю. Собака по кличке Люси нашлась. Там Петросян твой телефон спрашивал. Хотел поучиться шутить. Привет из ЛНР. Привет, ребята, мы с вами виделись, выступали у вас какое-то время назад. Да, я вижу. Добрый день, когда вы увидите вашу свадьбу? Я не знаю, когда вы увидите мою свадьбу. Простите меня все, тут нужно было отметить, чтобы кое-что не пропустить. Мне нравится ваша песня. Спасибо. Новым годом. А Ростов нравится? Мне все города нравятся, куда мы приезжаем с ребятами выступать. Астрахань была, конечно, прекрасна. Несмотря на некоторые приключения в нашем коллективе, было здорово. И после всего мы поехали еще и на рыбалку. Я выложу сегодня, кстати, ролик с рыбалки. Там будет прямо классно-классно. Я на дрона снимал, думаю, ну, если я снимаю на дрона, почему бы там не... Все дело не повыкладывать. И дроном снимать поездки на катере вообще абсолютный кайф, потому что проводов натянутых нет, столбов нет, впилиться ни во что не получится. Не получится, поэтому прям третья прививка будет? Нет, всего две. Люк в машине открывается, будет холодно, если сейчас открыть. Да, будет холодно, конечно. В Москве сейчас плюс 6. Это прохладно. В Омск не собираетесь? Пока нет, к сожалению. Сейчас вообще, ребят, с концертами плохо, потому что все гайки позакручивали. Пикует заболеваемость COVID-19, и это, конечно, очень печально. Поэтому все мероприятия сейчас отменили у нас. В общем, сидим, страдаем. Будем надеяться хотя бы, что в декабре что-то будет происходить, но, блин, пока никто ничего не знает, к сожалению. Как самочувствие? Отлично. Оренбург минус 6. Ну, Москва тоже минус 6. Будем надеяться на лучшее. Будем. Как зарабатывать без концертов? Делаем онлайн поздравлялки. Потом меня периодически приглашают прописать голос в разные песни и поучаствовать, допустим. Я сейчас озвучиваю заглавный трек к мультфильму «Огниво». Точнее, уже его озвучил. Скоро будем снимать такой мини-клип. Вот. Это тоже вещи, которые являются работой для меня. В общем, вокальные конкурсы. Это тоже оплачивается. Конечно, не в больших количествах, но что делать? В любом случае, какой-то доход есть, уже хорошо. С ковидом вообще ничего не понятно, дистанциям замучу детей. Ребят, вот честно, мое мнение, никого ни в чем не хочу убедить, но меня озадачивают люди, которые
кричат, что никакого ковида нет, это все, все фигня. У меня есть люди, которых я потерял из-за пандемии. Причем люди абсолютно молодого возраста и с нормальным иммунитетом. То есть без каких-то там серьезных хронических заболеваний. И аргумент, что от гриппа умирает больше людей, честно говоря, им не верится, потому что, ну, реально народ болеет и умирает. У меня сейчас несколько друзей лежат в больницах. Некоторые из них на искусственной вентиляции легких. Поэтому говорить о том, что это все там заговор, ничего этого нет, я не знаю, кто такую информацию распространяет, но для меня это крайне странно, честно. Поэтому ваше дело, во что верить, но даже когда люди ходят без маски и начинают пытаться типа отвоевывать там право ходить без маски, маска не вас защищает, маска защищает от вас, окружающих людей, если вы вдруг стали переносчиком. И это тоже медицинская информация, так было всегда со всеми болезнями, и, ну правда. Идите, почитайте. Сейчас, к сожалению, случилось... в мире происходит такая штука. Люди, которые выдвигают какие-то антинаучные, какие-то теории заговора, какие-то вещи, которые идут вразрез с, как бы, с нормальным здравым смыслом, с общим мнением, они набирают просмотры, они набирают аудиторию, и людям очень хочется вот следить за тем, что же они скажут. Типа, истина, раскрывающая глаза. И в какой-то момент это стало для кого-то бизнесом, для кого-то возможностью набрать аудиторию. Поэтому, друзья, я с вами прощаюсь. Хорошего дня, будьте здоровы и всего вам самого.